Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки Crazy Fish Active Slug. Данная приманка выпускается в трех размерах. Это 50, 70 и 100 мм. Приманки сделаны из съедобного силикона, причем из медленно тонущего. В материал добавлены соль и аттрактант. В данном случае это кальмар. Приманки поставляются вот в таких вот блистерах. В пачке находится от 6 до 10 приманок. Ну и, к примеру, 2-дюймовая приманка, то есть 50 мм ее длина. А в пачке находится 10 приманок. Ну и, как могли уже заметить, каждая приманка располагается в отдельной ячейке. Ну и, соответственно, при хранении и транспортировке ничто у вас с приманкой не сделается, она не помнется и будет всегда готова к бою. Приманка выглядит вот таким вот образом. Как можно видеть, практически по всей длине тела имеются кольцевые ребра. Тело у приманки сужается к середине, ну и дальше опять расширяется. Если посмотреть сверху, то хорошо заметно, что передняя половина у приманки широкая, ну а дальше тело у твистера сужается. Кстати, обратите внимание, что на спинке у этой приманки имеется вот такая вот площадка под офсетный крючок. Хвостик у твистера небольшой, узкий, и на конце имеется вот такое вот расширение в виде шара. Приманка может быть использована как на шарнирном монтаже с использованием одинарного или офсетного крючка, а в более крупных размерах, то есть, например, Active Slug в длине 70-100 мм, могут быть оснащены и двойным крючком. Приманка великолепно ловит окуня. Основные проводки — это ступенчатая и подбросы. Также эта приманка великолепно работает и на различных поводковых оснастках, к примеру, на отводном поводке. Выпускается данный твистер в 10 расцветках. Это шартрез, масло, фиолет, в оранжевом цвете, ну и тому подобное. То есть очень все ходовые цвета. Приманка недорогая, отлично ловит окуня, поэтому советую обратить внимание на нее. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!